Из 100 квартир купили только 28. Контрольно-счетная палата региона проверила, как власти обеспечивают жильем детей-сирот. И это только данные на 1 сентября. Как отметили специалисты, в этом году в планах обеспечить жильем 425 детей-сирот. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 485 миллионов рублей. В области приобретено 252 квартиры, а это 59% от потребностей. В Белохолунинском, Даровском и Шабалинском районах вместо положенных 6 квартир купили только по одной. В Советском районе при потребности в 17 жилых помещениях закуплено только 4 квартиры. Кроме того, специалисты обследовали жилье для детей-сирот и выявили его низкое качество, которое не соответствует требованиям контракта. А меры по устранению дефектов жилых помещений муниципалитетами, так как правило, не принимаются.